Здравствуйте, тетя. Смотрите, здесь дядя. Тут вот мальчик принес своего брата. Девочка нашла 10 копеек. Мальчик бы подошел, забрал. Я и брат, я пошел разбираться. Вот рассудите, щи должны быть 10 оберов. Конечно же ее. Моя. Девочки? Ну вот, здравствуйте. Не, я говорю, что это деньги моего брата. Почему ты не нашли? Я не понял, а вы не согласны? Я не поняла, какие-то проблемы. Вы не согласны? Вы украли у девочки 10 огород, это ее. Зачем нужно спросить? Я предлагаю очень просто делать. Берем 10 огород, идем пиво пить.